Приветствую, друзья. Как только стали говорить об ИИ, как бы сделать так, чтобы он не контролировал человека и не управлял им бесконтрольно, тут же забыли о том, о чем я просил. Я же просил еще к тому же, чтобы вы подсказали нашим коллективным разуме в этом формате прекрасном, который я изобрел, подсказали, что добавить, что убавить, какие цвета. Ну да, ну там кое-кто написал, я очень благодарен. Но шедевр-то еще не закончен. Пишите, пожалуйста. А насчет вебинара, который будет сегодня в 20 часов, кто не успел, я должен показать. Я там буду показывать патенты разные свои и буду показывать журналы электронной промышленности свои, в которых мои публикации, и говорить о том, что в этом методе есть такая важнейшая особенность и такая особенность полезная, которую я буду на этом вебинаре сегодня давать еще в более дополненном виде. Да, друзья, это будет очень полезно. Проходите.